Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. Я Роман Карасев, и вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу рубрику «Мы изучаем дзюдо». Сегодня я хочу показать несколько вариантов упражнений, тренировки с борцовским чучелом, но переоборудованным для занятий под дзюдо. Видите, на нем одето кимоно. Как одевать кимоно на борцовское чучело, есть ссылка, значит, в этом видео будет ссылочка, я раньше снимал этот ролик. А сейчас я покажу вам несколько вариантов занятий вот с таким борцовским чучелом. Как видите, у меня их два. Ну, одно чучело, оно полегче для, можно сказать, детей. Есть чучело повыше, вот это для меня, допустим. Ну, можно и с тем делать. Вот. Чучело также, где можно приобрести, будет описание. Ссылка на ролик по этому манекену борцовскому дзюдо. Итак, давайте мы посмотрим. Этот манекен, он весит где-то килограмм 18, кажется, вот 17-18 килограмм. Вот. Ну, достаточно удобный, и не надо, в принципе, вот для меня, ну, я не вижу необходимости какой-то более тяжелой брать чучело, поэтому вполне достаточно для того, чтобы с ним заниматься. Итак, давайте мы рассмотрим с вами несколько вариантов приемов из арсенала дзюдо, которые можно выполнять с этим чучелом. На нем одето кимоно, на этом манекене, да, борцовском чучело, манекен, кто как называет. Удобно брать захват, который в нашей профессиональной деятельности необходим, да, отворот, рука и так далее. Итак, ну, конечно, еще раз хочу всем напомнить, что предварительно надо сделать, конечно, разминку, различные подводящие упражнения с чучелом. Кстати, тоже я делал видео на такие подводящие или как бы упражнения для разминки с чучелом. Они есть, будет ссылочка в этом видео. Итак, что можно сделать? Первый прием, который я хочу показать, это мороцу суинаги. Несколько вариантов. Итак, давайте посмотрим. Я покажу, а вы уже выберете для себя, какой вам удобен. Можно делать все, в принципе. Это вариант со стойки. То есть, когда я выполняю прием, но не падаю. Давайте я еще раз покажу. Я делаю небольшой шаг вперед, потом делаю шаг назад. Таким образом я немножко как бы кудзуши выведение из равновесия. Подсаживаюсь и делаю бросок. Этот же прием можно делать с падением мороцу суинаги, который можно выполнять с падением. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Здесь, как вы видели, я сделал небольшой кувырок, вот, после которого я сразу встал. А можно делать и продолжение техники лежа, фиксация на осейкоме. Сейчас я этот вариант тоже покажу. Вот с такого ракурса. И здесь вот мы делаем осейкоме. Вот такой вариант выполнения мороцу суинаги с нашим борцовским манекеном, переоборудованным для занятий дзюдо, вот с кимоно надето. Так что занимайтесь дзюдо. С вами был Роман Карасев.